Всем привет, с вами Хоми, и мы продолжаем играть в игры, которые, как многие, конечно, их могут назвать, которые можно назвать классическими. Я долго думал насчет того, какую игру бы начать стримить следующей после Мафии в рамках моей рубрики «Игра нашего детства». И начал вспоминать серии, которые мне когда-то были интересны, которые сейчас очень многие могут назвать классическими. Сериями которые по мнению большинства сейчас можно встретить крайне редко. И вспомнил, что хоть я и являюсь огромным фанатом серии Silent Hill, прошел все части, ну потом как вспомнил, конечно, кроме первой. И мне лично даже самому стало стыдно, что хоть я и пытался в детстве пройти и так далее, что все-таки эту часть серии я не прошел, и поэтому выбор в принципе был абсолютно очевиден. Да, как многие помнят, я обещал проходить в основном, даже в принципе это и в анонсе моих стримов написано, я обещал проходить в основном игры, которые я сам прошел много раз, про которые я очень знаю, но именно игру Silent Hill, хоть я ее и не прошел, мне бы очень хотелось пройти на стрим и даже свои впечатления от этой игры улучшить. Cheryl? Is that Cheryl? Where are you going? Hey, wait! Stop! Что именно пугнуло меня в то время, особенно во время первого PlayStation? От игры Silent Hill, по моему мнению, первая часть Silent Hill вообще самая сложная в серии, но не только. Она в принципе самая сложная, одна из самых сложных вообще из всех игр первого PlayStation. И в те времена, когда в игры, по-моему, как Grand Theft, например, мне было играть действительно намного сложнее. Мне было сложно пройти, я помню, что я остановился не особо много пройдя и так и забросил. Хоть и остальные части серии проходил, но, во-первых, это было позже. Во-вторых, по моему мнению, они не настолько сложные. И, к сожалению, хоть я являюсь фанатом серии, не прошел. И очень много слышал от людей, что, ну, конкретно, по моему мнению, вторая часть самая лучшая серия, и много слышал от людей, которые говорили, что первая часть все-таки самая лучшая. Вторая просто интересна своим сюжетом, но именно своей атмосферой, проработкой самая лучшая первая. И вот чем я действительно жалею, то что я вот версия на английском языке, и, к сожалению,
только такую удалось найти, и, на мой взгляд, перевода нормального, именно отличного, чтобы был очень, чтобы было все очень хорошо переведено для первого Silent Hill нет, поэтому если кто, кому сложно, я в принципе буду переводить сломанное кресло, что оно здесь делает. Но опять же, я не знаю, насколько это правда, что перевода плохого, хорошего первого Silent Hill нету. По крайней мере, такое мнение я читал. This. What's going on here? Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. From what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to calling some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl.
I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Вот что именно про всю серию Silent Hill, про все части хочу заметить, конечно, кроме современных, и то, что, на мой взгляд, вообще одно из лучших компонентов в этой игре среди вообще, по-моему, всех игр, которые когда-либо выходили, это звук и озвучка. Звуковое сопровождение вообще в целом, оно действительно создает очень интересную атмосферу, очень, точнее, не интересную, а очень мистическую. К сожалению, все знают, что недавно вышло переиздание второй, третьей части в HD, Silent Hill HD Collection, и то, что там натворили со звуком, по-моему, и разобраться сначала с управлением. Так, чтобы, да, на этом эмуляторе с управлением разобраться, чтобы точно знать, как нормально. То, что сделали с озвучкой в Silent Hill HD Collection, на мой взгляд, это просто кощунство над серией, над тем, что когда-то люди сделали до них, просто потому что, на мой взгляд, они действительно все испортили полностью. What's that? Radio. What's going on with that radio? This is not a dream. What's happening to this place? По-моему, я играю в версию, в которой кровь заменена просто на какую-то. Но я думаю, для этого стрима я уже не буду ничего перекачивать. Для следующего скачаю версию с нормальным, это смотреть на вот это. На самом деле, действительно, мне очень хочется делать подробно. Да, то, что продолжу про Silent Hill HD Collection, если кто вообще не видел, что выходит переиздание и не знает, что они там вообще сделали, что собирались сделать, давайте после ролика продолжу. А, тут этого в принципе и нету. Да, те, кто не видел вообще, что себя представляет это HD-издание, просто посмотрите ролик на YouTube, особенно там их немало сравнений оригинала и того, что они сделали. Просто вот эта вся атмосфера, которая создается во многом благодаря именно озвучке, именно вообще всему звуку игры. Там ее просто нету, все переделали, переозвучили. Хотя, насколько я знаю, Мэри в Silent Hill 2 озвучивает вокальный голос саундтрека к игре. На мой взгляд,
На мой взгляд, не только на мой взгляд, именно к озвучке ее голос подходит, к озвучке песен просто отлично, но к озвучке одного из персонажей игры абсолютно нет. И опять же переделали не только звук, текстуры, дорог стали как будто в город Сан-Хилл завезли просто ремонтную бригаду и все резко отремонтировали, что опять же очень сильно ухудшает атмосферу игры. Город действительно кажется каким-то не заброшенным, а как будто, ну, хотя насколько я знаю, второй части я вот не помню этих рассуждений, во второй или в третьей части он был заброшен. Но в любом случае атмосфере игры это точно не пошло на пользу. И, кстати говоря, игру от PlayStation 2, перенося на PlayStation 3, умудрились только испортить, сделав ниже FPS, каких-то местах даже графику хуже. Это надо на самом деле действительно постараться, чтобы... Isn't this Cheryl's sketchbook? She's at the school. Да, на мой взгляд, действительно надо постараться, чтобы умудриться перенести PlayStation 2 игру на PlayStation 3, сделав при этом меньше FPS и более плохую графику. На самом деле, вот именно вот это разочаровывает отношение разработчиков тому, что они делают с Silent Hill'ом. Потому что на самом деле подход именно к новым частям не особо лучше. Надеюсь, не в первый раз проходит Silent Hill, может затянуться. Да, я уже сказал, что хоть я фанат серии и прошел остальные части, и Silent Hill так и не смог пройти в детстве, когда начинал, потом просто руки не доходили. Я знаю, насколько сложна эта игра. На мой взгляд, вообще, как я уже говорил, одна из самых сложных игр на PlayStation 1. Я представляю, что это может затянуться, но тем не менее, мне действительно хочется пройти Silent Hill на стрим. Если кто смотрел первый стрим мой по игре Мафия, в конце было огромное количество вариантов, что предлагали в качестве игры для второго и игры Silent Hill никто не предлагал, даже я даже об этом не думал. Но вспомнив, что в принципе игру такой легендарной серии, на мой взгляд, что есть игра, которую я еще не прошел, мне действительно стоит пройти на стрим. Да, про новые части серии, про Homecoming, думаю, все слышали, насколько фанаты его не любят, но недавно вышел, по-моему, восьмая часть, Silent Hill Downpour, и про эту часть... Про эту часть очень многие фанаты начали говорить, что это окончательно добило серию, что игра действительно плохая и абсолютно не Silent Hill. В принципе, с тем, что как Silent Hill игра не совсем подходит, то с этим еще можно согласиться. А про то, что игра плохая, я думаю, что даже большинство фанатов серии, именно тех, которые прошли ее до конца, вполне могут и не согласиться. Мне лично довольно понравилось. Хоть, конечно, опять же скажу, что новая часть абсолютно не Silent Hill. Особенно начало, в основном в рекламе этой игры показывали именно начало, и все говорили, что вот это действительно добьет серию, что это какой-то Alan Wake, а не Silent Hill. Но, на мой взгляд, первые три часа игры это действительно во многом так и есть. Что и происходит дальше, это Silent Hill, но не тот. Но такой подход в какой-то степени может быть даже и лучше, просто потому что даже в первой части, насколько я слышал,
было что-то типа побочного задания, а то, что вы можете исследовать вообще весь город, практически в каждое здание зайти. Очень сильно добавляет интереса игре. Убить собаку стоит. Хотя патроны тратить точно не стоит. А на улице их огромное количество. Стример меня игнорит за то, что я сказал, что он не очень донет, в принципе. Это просто твое мнение, и ответить особенно мне на него нечего. Да, вот опять же, не только из-за сложности, а из-за того, что то, куда идти, приходится об этом думать огромное количество времени. Даже поэтому уже первый раз, проходя игру с Silent Hill, можно очень надолго затянуть стрим. Давайте посмотрим, что Documents. Левин Стрит. Док Хаус. Собачья будка на Левин Стрит. Так. Кстати, вот еще. А, это моя кровь, это не записка. Собачья будка. Кстати, четвертую часть очень сильно ругали за то, что очень много в ней изменилось по сравнению с остальными, и один вообще из аспектов, что в ней нет радио, которое очень сильно на самом деле нагнетает атмосферу, как по моему мнению действительно, вот это постоянное жужжание при приближении к монстрам, да, вот будка, заставляет действительно напрягаться, но... Для Silent Hill 4, то, что там этого не было, на мой взгляд, это даже неплохо, потому что игра сама по себе другая, она не хуже, она просто другая. Надеюсь, хоть половина жизни восстановится, нет. Да, опять же, учитывая, что я играю на эмуляторе, в какой-то степени можно будет, если я зайду в тупик, чтобы совсем уж стрим огромно не затягивать, использовать в каких-то местах автосейв, но на данный момент я этого делать точно не собираюсь. Хочу пройти игру по-нормальному, по-честному. И действительно, если будет какой-то сложный момент, не будет аптечек и так далее, только в том случае можно будет воспользоваться автосейвом. Так, нам нужно в школу. В этом доме вроде никаких новых записок нету. И, кстати, насчет сайт-квестов, я тоже в то время, когда ждал новый Silent Hill, думал, что это какая-то дурацкая идея, на самом деле, в такой игре, как Silent Hill, делать сайт-квесты, что это просто какой-то GTA получится с мистической атмосферой, где ты ходишь по городу и берешь какие-то миссии. На самом деле, в игре то, что они сделали, получилось очень неплохо. Сайд-квесты там, это не приди туда в какой-то этот, и
сделаю там что-то, там ты заходишь, допустим, в дом, нашел какой-то объект, и про него есть своя история, и не просто так приди туда, сделай это, а воспринимается это как часть сюжета, как основная миссия, но которую проходить просто не обязательно. И то, что вот это сделали так, это на самом деле даже шаг вперед, особенно учитывая то, что делали с серией до этого, то, что наконец-то в ней есть шаг вперед, по-моему, отлично. Три замка. Значит, мне надо найти три ключа. Да, застревать в начале игры — это уже очень сильно. Но ни одной подсказки, где искать этих. Может, попробуют зайти в эту дверь. В современных играх так бы и сделали, кстати. Первые два ключа в том же месте, где и замок. Первый ключ прям слева от замка, а второй за дверью. Нет, да здесь это точно не так. Тумбочки тут, насколько я понимаю, не открываются. В новом открываются, но это, конечно, просто уже современные возможности в играх. В код 4 не играл. Играл и рассказывал очень немало на предыдущем стриме, что я думаю об этой игре. Даже, в принципе, особо повторять не хочу. На мой взгляд, пройти такую игру, в принципе, ничего плохого. И то, что такие игры вообще выходят. Про то, что именно все игры становятся такими, как Call of Duty, сел. Ну, там нет, конечно, укрытий, но все, в принципе, смысл тот же. Всех вышел, перестрелял, здоровье восстановил, пошел дальше, что большинство даже, например, Homecoming, хоть там нет регенерации здоровья, но тоже, в принципе, очень многие называют тупым шутером, так что то, что такие игры вообще выходят, это нормально. То, что большинство игр, даже которые не предназначены для такого стиля, начинают копировать под это очень плохо. Но, в принципе, пройти один раз такую игру, как Call of Duty, думаю, ничего страшного. Silent Hill легендарный. Обожаю его. Первый не очень. Ну, кстати, вот именно такие мнения, что вторая часть не очень, первая легендарная, и наоборот, очень часто можно услышать вообще от фанатов серии. Второй проходить потом будешь, скорее всего, да, и если у меня появится техническая возможность стримить с Xbox, то, возможно, попробую постримить Silent Hill HD Collection, просто потому что, чтобы не видели на самом деле люди, что сделали с этой игрой. И чтобы не стримить то, что, в принципе, большинство и так видело. Я имел в виду Silent Hill 2. Ты имел в виду Silent Hill 2, написал код 4, что ли? А, ник Хомис, код 4. Нет, ник точно со мной никак не связан. Ник Хомис как раз на СК2 ТВ впервые появился. Даже вот сейчас очень сложно кажется, хотя в принципе последние годы в игры никогда я не считал, что мне будет сложно играть, но с такое огромное количество монстров, много жизни. Если представить, каково было в 2000, даже не в каком, в 98 году, ну я, по-моему, в 2000 пытался в нее поиграть. На самом деле неудивительно, что я не допрошел Silent Hill 1 тогда, но, к сожалению, потом в будущем уже не дорвались руки пройти.
три ключа. Это первые 30 минут игры. Город, наполненный монстров, и я должен найти три ключа. Если бы сейчас такая же игра вышла сейчас, то было бы на карте написано ключ здесь, ключ там. И один монстр бы бегал, которого убить была бы не проблема. По-моему, у меня патронов скопилось очень немалое количество, так что каких-то монстров 15 тут. 84 патрона, уже можно начать таких вот отстреливать, которые летают и отнимают немалое количество жизни просто так полетели. Хотя их убить-то, не потеряв жизни, тоже довольно сложно. Графон-то не крузис. Но, на мой взгляд, если игра хорошая, то она в любом случае лучше, чем любой кризис или Battlefield, какая бы там ни была графика. Надо вспомнить бы вообще, добивать монстров необходимо или... По-моему, необходимо, они воскреснут. Да, вот надо скачать нормальную версию для следующего стрима, а то с такой кровью играть не просто плохо, но и постоянно путаю свою кровь на земле, и какой-то предмет, который можно подобрать. Да, кстати, камеру, управление. Очень многие сейчас не включат просто эту игру, даже не установят за то, что, по-моему, здесь я уже был или нет. Просто потому, что кому-то покажется, что играть неудобно, графика плохая, значит, игра сразу плохая. Ну да, то какое количество игр именно современных в последнее время я прошел, но сейчас мне на самом деле играть интереснее, чем практически любую современную игру, в которую я проходил за последнее время. Так что точно не в графике, не в управлении дело, если игра хорошая. Кто играл в Alone in the Dark на Соньке? Я, к сожалению, не играл, но насколько я слышал, то ли Alone in the Dark 1 на Соньке, то ли какая-то из частей серии, многие говорили, что она даже лучше, чем Silent Hill, интереснее и так далее, но так поиграть тоже руки не дрывались. No parking anytime. Просто, а его можно убить, не потеряв жизни? А ну, по идее, можно в любом случае. Как это сделать, ну? Или он по нему один раз попадаешь, и он улетает. Интересно. Да, по-моему, просто стрелять беспрерывно убьет его без потерь. Я иронизирую, игра шикарна. Если что, помогу, спасибо. Да, то, что сейчас начали большинство людей мерить графоном, и вот мне на самом деле очень именно неприятно слышать то, что многие говорят, Silent Hill 1 плохая, потому что графика плохая, и никогда из-за этого в жизни я ее не установлю даже. Так, первый ключ я нашел, это уже хорошо. Но опять же, то, что
это, в принципе, первое какое-то игровое действие в игре, просто лишний раз подтверждает. Без каких-либо подсказок, самое главное. Можно бегать, если, допустим, здесь бы я вот в багажнике маленький ключ бы не заметил, то мог бы бегать еще 30 минут. Главное, геймплей, на втором месте сюжет. Ну, насколько я знаю, есть игры вообще, где толком нет геймплея, но есть отличный сюжет. Я, кстати, уже, по-моему, рассказывал на прошлом стриме про Heavy Rain. И, на мой взгляд, игра просто отличная, хотя геймплей там поверни одну кнопку, нажми другую и так далее. Что же, что за мужик под описанием стрима? Неужели хоть кто-то не знает персонажа по имени Solid Snake и вообще игру под названием Metal Gear Solid? На самом деле, это удивительнее, чем то, что кто-то говорит, что не слышал про Silent Hill и графон плохо играть не буду. Если графика норм, а геймплея и сюжета нет, то скучно играть. Вот это абсолютно верно. И, допустим, про Crysis 2 можно, на мой взгляд, именно так сказать. Хотя в первой, первом Crysis довольно интересный сюжет был. Ну, конечно, опять же, не сравнится с сюжетом какого-нибудь Silent Hill, там, или Half-Life, Metal Gear, но довольно неплохой сюжет и довольно интересный геймплей. Во второй части, на мой взгляд, это все в разы хуже, и, в принципе, действительно, единственная причина хотя бы запустить второй Crysis — это графика. Ходишь пацаном или девушкой на выбор. Случайно не про Resident Evil 1 говоришь? Или... Да, кстати, насчет Metal Gear Solid, Снейка. Пройти вообще всю серию Metal Gear Solid, и если будет возможность, третья часть, которой нет на компьютере, на которой недавно вышла на Xbox 360, я бы, кстати, после Silent Hill бы с радостью прошел. Кстати, вот то, что я слышал про переиздание Metal Gear Solid, в отличие от... В отличие от... Давайте я сначала его убью, потом закончу мысль о том... Улетел. Да, вот количество жизней. Третья аптечка. Точнее, не аптечка, холдринг, но третий за начало игры уже. То, как вообще относились к переизданию своих игр разработчики. Ну, хотя, конечно, это не оригинальные разработчики делали, но все равно видно отношение именно к серии. То, как относились к переизданию разработчики Metal Gear Solid, переиздание в HD на современных консолях, разработчики Silent Hill, просто показывает то, как вообще относится Konami, издатель, к своим сериям. Насколько я слышал, Metal Gear Solid 3, допустим, на Xbox 360 точно ничем не хуже стал, чем оригинальная версия, но, насколько я знаю, добавили вроде шейдерную воду и... В принципе, просто стало приятнее играть, игру улучшили и так далее. То, что сделали с Silent Hill, это просто... Да, кстати, тем временем два ключа есть. Да, два ключа. Осталось найти третий, но... Три аптечки уже потрачено. На самом деле, по-моему, даже для PlayStation 1 одно из самых таких бодрых в плане сложности начала. Это, в принципе, на первом... То, что на первом задании. Как бы посмотреть, где ее еще не было. Справа на мосту точно был, сейчас было внизу, значит... Значит, давайте попробуем в центре пройти между зданием. Сам спросил, сам ответил. Ну... Сначала, наверное, не начал еще смотреть толком, увидел Silent Hill, узнал. Хотел узнать, какая часть, потом увидел,
Я думаю, на самом деле первую часть от второй по графике сложно отличить. Потому что все-таки PlayStation 1, PlayStation 2, огромная разница в графике. Кстати, насчет разницы графики между PlayStation 1 и PlayStation 2 сейчас на PlayStation 3 уже не настолько огромная. По крайней мере, такого прорыва, что когда-то были просто его убить лучше, то он не отстанет. Один раз выстреливаешь, он улетает. Это микро монстров. Да, прорыв в том, допустим, что если смотреть игры от первого PlayStation по сравнению со вторыми, то исчезли пиксели. Стала графика просто. А, кстати, да, ролики на движках и так далее, анимация движений, губ, а не просто разговоры. Это вот это был прорыв, а просто какие-то красивые эффекты, но при этом давайте делать плохие игры, это на самом деле, по-моему, очень плохо. Надеюсь, я сейчас иду правильно. Это... Почему сейчас не делают таких игр, как Half-Life 1 и Silent Hill 1? Ну, насчет Half-Life это довольно спорный вопрос, просто потому что Half-Life все-таки делается, на мой взгляд, вторая часть не хуже, эпизоды еще лучше. То, что они там сделают с эпизодом 3, еще абсолютно неизвестно, вообще делают его или нет. Такие игры, как Half-Life, так что еще может, можно сказать, что делают. А вот таких игр, как Silent Hill, уже точно... Точнее, игры с названием Silent Hill делают. Но настолько хороших игр нет. Вот что опять же отпугивает современных игроков от этой игры. Для того, чтобы, например, вот этого монстра убить, мне пришлось стрелять абсолютно вслепую. Неизвестно, сколько патронов потратить в пустоту. Ну, на самом деле, это даже добавляет какую-то особенность игры. Благодаря этому появляется еще больше атмосфера, просто потому что монстры кажутся намного более неуязвимыми и из-за этого более страшными. И, кстати, вообще именно, если брать в расчет игры, которые изначально рассчитаны не на графику, на хороший сюжет или атмосферу, есть такие игры сейчас, но вот как раз из-за того, что популярные такие игры, как Call of Duty, таких хороших именно проработанных игр становится все меньше, и... Но то, что их сейчас вообще не делают, на мой взгляд, это неверно. Голова собаки. А, насчет этого была пасхалка. Я не знаю, насчет этого или нет. В новом Silent Hill была пасхалка, что в одном из домов на кровати лежит отрубленная голова. По-моему, насчет этого. Да, допустим, Heavy Rain, хоть я уже говорил, наверное, раз 10 про него на стриме. Ну, естественно, не сегодня, а вообще. Возьми голову с собой. Не получится. Но, на мой взгляд, одна из тех игр, которая даже сейчас смотрится просто... Точнее, не смотрится, а играется, отличный сюжет. Переживаешь за персонажей больше, чем в хорошем фильме, практически в любом. Да и вот насчет того, почему современные игры многие просто нельзя назвать настолько хорошими. Там не придумывают ничего оригинального, ни задумок, ни вообще геймплейных фишек. Ну, кроме, конечно, мелочи, типа там, я не знаю, один автомат стреляет лучше, чем того. Нет особенности. В Heavy Rain была именно особенность своя. Любого персонажа можно было убить в прямом смысле слова, и дальше просто продолжаешь играть без него. Можно было убить даже всех.
не было бы гейм-овера. Alone in the Dark, игра моего детства, The New Nightmare. Да, я слышал, что какая-то часть Alone in the Dark даже лучше, чем, чем лучшая из Silent Hill'ов, но сам я так в неё не поиграл. И нам, насколько я слышал, дальше Alone in the Dark становится только хуже и хуже, но насчет этого я не уверен. Вообще, конечно, надо было бы заинтересоваться и может даже когда-нибудь постримить с Alone in the Dark. Все-таки вроде тоже игра хорошая и в какой-то степени классическая, но огромное количество хороших игр, которые хотелось бы пройти, и так есть. Нерентабельно. Heavy Rain продажи там, по-моему, 1.5 или 2 миллиона. Довольно рентабельно, неплохо. Просто все хотят получить, не делая ничего особенного, такие продажи, как Call of Duty, многомиллионные, на ровном месте. Но у них все равно этого не получается. Любой закос, особенно в таких сериях, особенно когда, например, в такой игре, как Silent Hill, делают упор на экшен, как в пятой части. Это только вредит серии. Допустим, те же продажи Silent Hill с каждой частью, это не просто все хуже и хуже, а сейчас они абсолютно мизерные. Только я ее не проходил, попрошел. Интересно, она страшная настолько или еще сложнее, чем Silent Hill просто? Конечно, сам ставит их. А, да, сам. Даже сейчас на самом деле чувствуется вот эта атмосфера, даже немного становится страшновато, что говорить о том, когда играл в эту игру в детстве, и о том, как это тогда ощущалось. Чуть меньше часа, и это только первая загадка. Насколько я понимаю, где-то тут могу пройти. Так, такие игры не любил, смотреть любил. Это единственное, что спасает, в принципе, эту игру от просто нереальнейшей сложности, это то, что тут хотя бы довольно нормальное количество аптечек. Сколько их уже у меня? Точнее, не аптечек, 4 health drink и 2 аптечки. А то бы это вообще практически нереально было. Насколько я понимаю, никаких предметов особенных сейчас мне не надо искать. Просто побегу тогда к школе, если увижу какие-то хелдринки. Буду подбирать. Вот это я зря, кстати, себя в угол загнал. Ну да, естественно, управление нельзя назвать идеальным. Графику, учитывая, что это игра от PlayStation 1, тоже нет, но, как я уже говорил, играть намного интереснее, чем большинство современных игр, при том, что там все идеально, от графики до управления, до физики, до всего остального. Здесь туман, прикрывающий отсутствующую какую-либо вообще толком дальность прорисовки. Кривое управление, даже можно так сказать, но играть интересно, вот что главное. Кстати, туман, я вот не знаю, опять что ли какой-то глюк в версии, почему я вижу отсутствующую прорисовку толком, а тумана толком не вижу, это ночью так или это какой-то глюк в версии. Ну, в любом случае, к следующему стриму нормальную версию скачаю с нормальной кровью, это смотреть на эти снежинки. Как их можно назвать, то, что вылетает из меня и из монстров, не особо хочется в любом случае. Кстати, попробую поискать русскую версию.
И одно точно узнаю, вообще есть нормальное или как говорили мне, что не стоит. Если будет нормальная русская версия, я думаю, большинству это будет удобнее, так что скачаю, думаю, ее. Средняя школа Мидвич. Как я удачно в дверь вошел за секунду до того, как меня сгрызли. Кстати, вот что в новом Silent Hill вообще было для меня интересно, это то, что, допустим, карту какого-то места еще надо поискать, а никак даже в ранних частях она прям в открытую лежит. Но опять же, это к тому, что там город фактически открыт для исследований. Как я уже говорил, думали, что это будет плохо до релиза. Казалось, что на самом деле нормально и даже интересно очень. Как я уже говорил, шаг вперед хотя бы в серии хоть какой-то намечается. Может, так, если так пойдет, через 10 игр выйдет достойный первых частей Silent Hill. Да, это школа. Кстати, из воспоминаний вообще о том, как я в детстве... А, это не в те двери я тыкаюсь. Проходил. Не очень много вообще воспоминаний сохранилось, но в школе очень такие воспоминания, что пройти было очень сложно, именно потому, что монстры, карлики, к сожалению, название я их не помню. Lost... Какая там книга-то? Lost Memories, что ли? Перечитывал очень давно. Ну, в общем, монстры-карлики зримо зажимали. И что бы я ни сделал, убивали. Так, Рональдо. Сколько я знаком вообще с серией по таким вот моментам, вот такие вот надписи надо записывать вообще. Потому что, если наткнешься на какое-то задание, где нужно что-то, используя вот эти слова, угадать, то очень пригодится. Кстати, фамилии, конечно, я, ну, уверен, что не этот, ничего такого имели, не имели в виду. Гордон, Роналдо и Мур. Какую кнопку я ткну на нолик? Да, вот повезло, что нормально геймпад написан. 12.00. Опять же, надо записать, я думаю. Место. Звук. И песни. CH1, что ли, да? Как я уже говорил, хоть в анонсе и написано, что прохожу в основном игры, которые я уже проходил, про которые я что-то знаю, но не мог я никак... И являюсь фанатом серии. Не пройти единственную часть, которую я не прошел. Опять что-то написано, я думаю. 10.00. Лаборатория алхимии. Так, ну далее. То, что текст дальше, я думаю, столько важен. Здесь 5.00. А в какой из частей радио пищало, если рядом монстры? В первой, второй, третьей, пятой и... последний, но последний и это не обязательно иметь с собой радио, насколько я знаю. По крайней мере, я слышал, что кто-то ходил вообще без радио, там его то ли сложно найти, кто-то просто не нашел, то ли ну, просто не обязательно. Один из атрибутов серии. Ну, в четвертой части не было, но там это даже отлично, там своя атмосфера, своя игра.
А у тебя есть радио сейчас, да? Постоянно жужжит, нагнетает атмосферу. У тебя в инвентаре? А, ну, естественно, она у меня есть, что-то я забыл, она же в первой заставке дается. Так, ну, насколько я понимаю, тут больше ничего интересного. Хотя можно попробовать с другой стороны, но я думаю, сразу пойду в ту дверь. Какая-то странная дверь. Картина двери. Не в каждой школе такие картины висят. В первой части, в первой из частей рука такая, там что-то лежит. Что-то я не очень понял. Комментарии. А, пытаешься взять, и она ловит тебя. Ну, увидим. Да, вот, по-моему, только в четвертой части нету радио. И многие фанаты ругают именно четвертую часть за то, что это очень сильно портит атмосферу, что его там нету. Насколько я понимаю, в эту комнату я просто так зашел, здесь ничего интересного, да, кроме этой картины. Уж ножиком ее. Сколько я помню, Silent Hill 3 там было. Что-то типа, что надо применить какие-то предметы на картину, так что... Хотя обычно они отмечают на карте, если что-то такое есть. 12.00.10.5. Интересно. Потому что я здесь что-то не взял. Да вроде все. Сколько я помню, именно во дворе я не мог туда выйти, с нее до сих пор ассоциации, я боюсь вот этой картинки и надписи «двор», потому что там мне все время убивали эти монстры-коротышки, так что туда я пока не пойду, даже сейчас боюсь. Клок. Еще одна комната есть, где я еще не был. Сохранение, кстати, как раз вовремя. В школе я вроде еще не сохранялся, да. А, еще же на что-то влияет количество сохранений. Но, насколько я знаю, это влияет только на то, что... Какой ранг ты получишь, пройдя игру. Так что, я думаю, я не особо буду париться с тем, чтобы сохраняться как можно реже. Silent Hill Hospital 911. Вот бывает так, что вот даже на таком-то каком-то плакате надо какую-то важную информацию заметить, и если ты этого не увидел, не пройдешь. Ну, вроде можно идти дальше, ничего кроме 12.10.5.00 я важного не узнал здесь. Уж шкафчики открываются. Получается, по-любому придется идти во двор. Тогда выходить с другой стороны, искать что-то там. Я вот не понимаю тех людей, которые сейчас говорят, что такие игры неинтересны, интересно только Call of Duty, бегать, стрелять. Вот именно то, что приходится бегать, каждую комнату осматривать, именно думать, решать загадки. На мой взгляд, это вообще одно из самых лучших, что может быть. Вот эти вот карлики всегда, они меня бесили. Управление, конечно, с этим сложно поспорить. Что оно не очень... Я говорю, это не особо портит. Если застрянешь, могу дать ссылку на прохождение, но
меня есть Google. Так что я не думаю, что я очень сильно нуждаюсь в ссылке на прохождение. Но надеюсь, кроме тех моментов, когда меня просто будут убивать, я не буду сильно застревать, а то на самом деле я особо хочу вытягивать стрим, просто потому что я куплю. Так. Птичек хоть и много, но тратятся они очень быстро, как и пули. Если ты не помнишь пианино, я скажу ноты. Ну, на самом деле, вот то, что ты даже сказал про то, что надо будет сделать что-то с пианино, это, я вот забыл попросить особо не спойлерить заранее то, что мне придется сделать в игре. Ну, только если действительно застряну и сам, в принципе, попрошу, давайте, помогите. Тут тянется время попросту. Интересно, где он сейчас? Да, вот просто обычные звуки нагнетают атмосферу. Тут никого нет, оно шипит радио, и мне даже сейчас становится страшновато. Это просто это... Слышать... Не, нельзя прочитать. В те времена, когда большинство людей, я начинал проходить эту игру, это действительно напрягало очень сильно. А может, это в коридоре ожил? Может, я его не добил, поэтому... Да нет, все нормально. Откуда тогда радио играет? Да, и эта комната оказывается абсолютно ненужная. Друг нужен. Нужен друг. Это на самом деле более логичный плакат для школы, чем дверь, над которой висят монстры. Так, то, что двери хоть закрыты, они в каждую приходится заходить, хоть немножко облегчает. Так, классная комната. Пошлите в классную комнату. А, в учительскую комнату, в классную. К тому, что графика в современных играх хорошая, здесь плохая. Единственное, что действительно в этом всем плохо, это то, что вот такие вещи, которые, в принципе, могут влиять на атмосферу, просто плакаты на стенках, которые при более хорошей графике можно было бы прочитать. То вот единственное, что в графике таких старых игр это плохо. Учительская закрыта. Меня, кстати, довольно удивляет сейчас, что я игру прохожу, а толком не используя оружие ближнего боя, отстреливаю всех из пистолета. Сколько я помню, в других частях патронов было маловато. И приходилось чаще использовать просто оружие ближнего боя. Неужели туалет тоже пустой? Да, вот сейчас бы в темноте кто-то выпрыгнул, сейчас бы я точно испугался бы. Хотя на самом деле такие приемы, когда кто-то выпрыгивает, это больше уже современные игры, но насколько я помню, в таких играх, как Silent Hill, они все-таки присутствуют. Я
получается, я просто так белого монстра патроны тратил. Первая часть самая простая. Я не знаю. Я бы не сказал. А, в истории. А, не, по сложности первая часть это действительно. В любом случае самое сложное в отношении истории, я бы тоже не сказал бы, ты просто проходил все части или ты читал форумы, книгу, не помню, Lost Memories, по-моему, да. Если ты читал книгу Lost Memories, то в первой части именно история и проработка. Просто она здесь другая, здесь история про культ, про этот, какого. Да, кстати, в первой части я не играл и... Но читал про нее в Lost Memories, сюжет, в принципе, я более-менее знаю, вот сколько хотел поиграть, руки так и не... Точнее, заново поиграть, руки так и не дорвались. Вообще, всем, кому нравится серия Silent Hill, кому интересно, очень советую прочитать книгу Lost Memories, по-моему. Ну, в любом случае, что-то связанное с Lost и Silent Hill Plot Analysis. Действительно интересное рассуждение по поводу сюжета. Вот, кстати, опять же, по какой современной игре хоть кто-то может написать книгу рассуждений? Это, в принципе, невозможно, чтобы хоть по одной из современных игр кто-то написал рассуждение о сюжете. Именно не просто там 10 строк, там, лейтенант или как его там, Соуп убил этого, и это плохо, это плохой поступок и так далее. А действительно огромное рассуждение сюжета. Огромное рассуждение по сюжету и так далее. МГС. Ну, МГС это... Я лично рассматриваю как одну из тех игр времен Silent Hill. То, что там вышло... Metal Gear Solid, я тоже фанат, я все прошел. Кстати, скорее всего, Heavy Rain. Heavy Rain сюжет хороший, но Heavy Rain... Это игра, где сюжет понятный после первого прохождения. Именно рассуждения, именно книги пишут. Зачем? Просто потому, что не о чем-то рассуждая, не проходя игру много раз, не высматривая мелочи и так далее, нельзя самому просто так догадаться полностью все значение сюжета. В МГС то же самое, кстати, по МГС тоже писали книги. И... Но я говорил про то, что сейчас не выходит таких игр. То, что там выходит на Metal Gear, даже четвертая часть, хотя это даже уже не совсем новая, 2008 год, это абсолютно не та уже игра, не тот Metal Gear, тоже, в принципе, можно сказать, что это больше тупой шутер, чем действительно интересный Metal Gear. Но в четвертой части еще хоть что-то такое есть. Peace Walker, вот это уже самый главный фейл. Как раз философия, ну тут, ну, нет, там философия во второй части, именно философия, намного тут ее больше. Как раз размышления о том, что люди видят все субъективно, что, ну, на самом деле, много философских рассуждений именно в Silent Hill, особенно во второй части, в этом, в Metal Gear, наоборот, более такой сюжет, ну, второй части, да, действительно, там, про то, что люди начали воспринимать систему выше людей. Ну, кстати, довольно интересная мысль, вообще чисто философски над ней порассуждать. Если люди ставят... точнее, не если, люди ставят... Даже часто это можно заметить, систему выше именно конкретных людей, допустим. Мы знаем, что какая-то корпорация сделала, там, я не знаю, допустим, новый Xbox. Мы так и называем ее, что эта корпорация сделала, а не человек. В принципе, тоже к сюжету Silent Hill 2 можно отнести к рассуждениям там о том, что происходит. Пытаться соотнести с этим. Dead Space, книжку по нему. Да я не имею в виду те книжки, которые там выпускают создатели, чтобы денег срубить. Я имею в виду, чтобы книжка, которая... сделано ради размышления о сюжете. Имею в виду книжки, в которых обычные игроки не поняли сюжета, пытаются размышлять, более полно его представлять. Такого, думаю, ну, в любом случае, в Dead Space, хотя, конечно, в него толком не играл, пытался, но не особо. Такого там, я думаю, вряд ли напишут.
Music Room. Попробую. Надеюсь, тебе просто действительно интересно. Не пытаешься намекнуть то, куда мне идти. Classroom. Classroom, Music Room, да. Два health drink'а, три аптечки. Это на самом деле довольно печально. Даже я не понимаю, откуда звучит радио. То, о чем ты говоришь, некоторая философия, которая присутствует в игре в Dead Space, ты имеешь в виду? Так, то, о чем ты говоришь, это некоторая философия, которая присутствует в игре. В Silent Hill присутствует в Dead Space. Там сюжет а-ля чужие. Захватили колонию и всех превратили в монстров, насколько я знаю. Какая-то может быть философия. В МГС есть, в Silent Hill есть. В игре, где колонистов превратили в монстров, и ты ходишь их убиваешь, я вот это очень сомневаюсь. Так, насколько я помню, по поводу анализа, вообще вот все эти рисунки или какие-то... Вот откуда он взялся? А, от них еще отбиваться же надо. Вот это я в жизни просто на пустом... Так получается, я его не добил, что ли? Из-за этого все. Потерял кучу жизни из-за того, что не добил монстра. В каких еще играх такое возможно? СПГС. Вот что это на самом деле? Очередная комната, в которой ничего нету, в которой я потратил кучу жизни. Да, похоже. Ничего нет. Может, на партах что-нибудь я не заметил. Или на столе. Интересно будет. Кто ты? Кто ты? Ты? Вот к тому... Хотя, конечно, такие приемы в Dead Space тоже были. Да, это, в принципе, нельзя сказать, что это просто только в Silent Hill'ах было. Но все равно атмосферно. Сколько я понимаю, кто-то это у меня спрашивает, или я что-то не так понял. В смысле, не у меня, у меня, у персонажа моего. Так, четвертая, по-моему, пустая комната, которую зазря зашел. Так, осталось два туалета, в которых опять будет по швабре. Все-таки то, что мне Music Room, это был все-таки намек, что мне туда. На самом деле, в СХ и МГС есть такая фишка. Сейчас. По сути, можно добавить практически в любую игру. Добавить можно. Сделать хорошую игру с такой фишкой нельзя. Не пользуются популярностью, но опять же, это не пытаются сделать популярным. Вышла Call of Duty 4, которая сделала популярным тупые шутеры, и все начали их делать, это стало считаться... Ё-моё. Стало... Тут сравнивают философию... Не сравнивают, тут вообще разговор был о том, что философии игр, о том, что в современных играх больше упор на экшен, на шутеры делают, что и почти перестали философию, перестали делать такие сюжеты, как Silent Hill, в которых
по которым пишут фанаты свои собственные книги, и то, что было про философию Dead Space и Silent Hill, просто кто-то в чате сказал, что в Dead Space оно тоже есть. Да и то, что это неинтересно, это так считают, потому что такие игры, как Call of Duty, слишком набрали популярность благодаря... Ой, тут двое, надеюсь, они... Вот меня на самом деле действительно интересует, почему я спокойно прохожу игру, используя только пистолет. Почему так много патронов? Такие шутеры можно делать по-разному, но с этим я на самом деле действительно соглашусь, что и хороший, и даже сюжетом шутер. Ну, допустим, Half-Life, кто поспорит, что это просто шутер? Ну, я думаю, все согласятся, что это отличный шутер, что это вообще одна из лучших игр, когда-либо созданных, и первая, и вторая часть. Но опять же, как к этому подходить, именно как к тупому шутеру, к созданию игры, или как к чему-то более интересному. Так. Ну, так я и думал, в принципе. Ради патронов я в туалет шел. Она открыта, а у меня разве ключ был, и как... Вот это то, чего я опять не понимаю. А, ну, наверное, я просто ее с другой стороны открыл. Спрос рождает предложение. Задача заработать как можно больше, а не сделать интересную игру. Ну, я думаю... Те, кто создает Call of Duty, уверены, что для них, что для кого-то эта игра интересна, но просто то, что никто не хочет попытаться сделать такую игру, как делали раньше, как Silent Hill. Все привыкли, что на шутерах можно заработать. Но если с нормальным подходом к этому отнестись, то вполне все возможно. И такие игры, как, допустим, Silent Hill 1, настолько же сложные, настолько же это... Настолько же даже заставляющие игрока сильно много думать и так далее, они тоже могут спокойно, нормально продаваться. Угадаешь или нет? Насколько я понимаю, угадывать ты тут ничего не надо. Вот я сижу и пытаюсь разобраться в этой подсказке. Но насколько я понимаю, все, что нужно мне сделать, написано здесь. Никого не интересуют интересные игры. Всех интересуют продаваемые игры. Ну, на мой взгляд, это очень печально, что никто не хочет попытаться. Точнее, не никто, но... В основном пытаются, точнее, не хотят попытаться сделать интересные игры продаваемыми. Брейд. Я вот про эту игру, кстати, не слышал. Про что она вообще? Зачем микроскопом гвозди забивать? Если захочу философии, пойду читать Сартара, Канта или Шопенгауэра, а не в игры играть. Ну, это абсолютно разные вещи. То, что есть игры, которые заставляют думать, заставляют... о чем-то вообще, в принципе, задуматься, это не абсолютно не связано с тем, что любой может просто открыть философа и почитать, но это абсолютно разные вещи. Так, сначала полетел пеликан. 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 Надо записать.
сначала. Надеюсь, можно ее прочитать-то сначала? Пеликан. Приветствую, респект за Silent Hill 2. А, ну давайте просто хотя бы посмотрим на это пианино, что от нас требует, потом уже разбираться в том, что там за пеликаны и всякие вороны и во все. Это Silent Hill 1. Надеюсь, это просто опечатка. Не откроется. Хотя не выглядит как закрытая. А, и что мне с ней делать тогда? Так, мне нету предметов, может. Эквип. Не, я не хочу эквип, я хочу. Юз. Так вот, что получается, я не. Вспомнил, спойлерить не буду. Хорошо, на самом деле, все равно. Будешь вообще части Silent Hill играть, стримить? Надеюсь. Надеюсь, буду, скорее всего, даже, да. Silent Hill 2 планирую попробовать. Ну, если, конечно, будет, опять же говорю, техническая возможность, попробую постримить Xbox-версию 360 новую. Но это бесполезно читать, пока я не пойму, что вообще делать с пианино. Скажешь, когда совсем запутаешься. Попробую постримить, если. Ну, точнее, мне TV-Tuner надо будет подключить, настроить все остальное, если получится, то. Ну хотя, насколько я слышал, эта версия вообще не стоит того, что ей играть, но я думаю, всем просто интересно будет посмотреть, что же они там натворили и насколько она хуже, чем оригинал. Какая лучше, на мой взгляд. Первый я не играл, лучше вторая, естественно, как и у большинства. Хотя четвертая, в отличие от многих, понравилась довольно немало. Ну и третья тоже, кстати. Первые четыре части это вообще отличный. Origins понравился средний. Ну а Homecoming абсолютно не понравился. Абсолютно не нравится идея вообще того, что самое главное, как можно более сложный и. Ну, в общем, уклон на экшен. 4 аптечки. Вот это очень печально. Кто отгадал ее с первого раза? Цвета птиц, стихотворение. Ну это спойлеры. Может, присоединился к тому, после, точнее, того, как я просил не спойлерить, точнее, просил не спойлерить только в том случае, если я сам окончательно не запутаюсь и не попрошу. Она откроется после того, как ты сходишь в. Опять же, спойлер, кстати, ну. Ну, это не особые большие спойлеры, но это все равно очень сильно говорят о том, что мне вообще сделать надо. Четвертый интересный сюжет. Да. No running. Oplaying. No running. Если нельзя бегать. То есть я сейчас пробегусь. Что-нибудь со мной случится, что ли? Четвертый, по-моему, после второй вообще лучший сюжет в серии. No running or playing. Playing. Так. Playing. А мне не на чем поиграть. То есть я не понимаю, мне что, надо это сделать или не. No running. И где 13 лет, где спойлеры? Я не имею в виду спойлеры сюжетные. Первый сюжет связан с первым, да, и очень сильно, и
Без первой его, в принципе, не понять, но учитывая, что я читал Lost Memories и Silent Hill Plot Analysis, я понял. Игре 13 лет, где спойлеры? Я имел в виду не сюжет, не спойлеры, я имел в виду, что для ныне, для именно стрима, то, что я буду проходить подсказками чьими-то, не очень хорошо. Точнее, с подсказками, когда, в принципе, я сам еще могу додуматься, но... точнее, я когда не запутался окончательно. Первую так и не прошел до конца. Я вообще только начало в детстве прошел. Отпугнула. В то время она мне своей сложностью очень сильно отпугнула. Даже сейчас заметно, насколько она большая сложность. Ну а потом мне дошли руки до нее. Клавиши, знаю, не буду говорить. Просто, учитывая, что написали уже, что цвет птиц — это цвет клавиш, я думаю, тут уже сложно будет запутаться. Но ПК играет, да. Эмулятор PlayStation 1. Как уже говорил, попробую вторую на Xbox поиграть. Ну, я думаю, просто вот на первую реакцию посмотрю людей, которые будут это смотреть. Если они скажут, ну, это бред, нафиг, и не играй, и лучше нормальную версию скачай и поиграй, то я думаю, я сразу выключу и включу на ПК, потому что, судя по тому, что я слышал, там действительно то, что-то нереальное сделали с Silent Hill 2 в новом переиздании. Так... Раз там вопрос появился, может, и все-таки вернуться туда. Так, библиотека. Может, там что-нибудь интересное? Не. Я прошел первый Silent Hill 5... А, первый Silent... Так, стоп. Один с эхо 5... А, все, понял. 5 раз на харде. Как открыть инопланетную концовку? Я ни в одной части не открывал. Мне на самом деле всегда, хоть первую часть я считаю вообще сложнейшей игрой на... Ну, точнее, не сложнейшей, а одной из самых сложных на PlayStation 1, но... остальные тоже всегда для меня были сложными довольно. Поэтому я как-то не пытался в них просто пройти, хоть несколько раз было уже довольно интересно. Так, опять, кстати, я теперь понял, что что-то типа спойлера, что ли, была рука. Мне сейчас не драться придется. Так. В данный момент, ну это точно важный предмет, он, наверное, даже отметился на карте. Да. Так что забывать про него я не буду. Но, насколько я понимаю, сейчас сделать я ничего с ним не могу. Вот эта рука. Да. Так, ну здесь вроде ничего... А, нет, как ничего интересного. Вот это пригодится. Мы будем проходить игру, не используя холодное оружие. Головоломки. Вот, кстати, то, что... Чего почти нет, но просто элементарно хотя бы головоломки в современных играх уже бы хоть какой, хоть чуть больше интереса бы в них добавляли на самом-то деле. Так... Лабораторное оборудование.
Doom 3 на ужасе. Doom 3, кстати, тоже довольно-таки страшная игра, можно сказать так. Вот эти звуки даже сейчас меня напрягают нехило. Я вроде понимаю, что здесь никого нету, просто потому что это не радио, это ambient, но... Я помню момент Silent Hill 3, ты так вот ходишь по этим вот... как называть-то, по шкафам всяким, по закоулкам. И статуя оживает и вроде кричит, и кровью обливается. Ну, довольно тоже страшно. Чем руку открыть? Чем... Что это такое сейчас, кстати, мы взяли? Концентрированная кислота. 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 Doom 3 очень страшная. Ну, я не играл сейчас в современности в него. Вот кислота. Могли бы написать, да, я не знаю, жидкость с чем-то непонятным внутри, наверное, написано. Кислота, значит, то, что здесь сделать нужно, это очевидно. Не знаю, как мне сейчас покажется Doom 3, но в то время, когда я в него играл, мне было очень-очень страшно. Самые логичные, они не просто логичные, они действительно такое ощущение, что люди, которые их составляли, действительно старались над ними, над тем, что они, чтобы они были интересными. Так. Nothing to worry about. Ну, насколько я понимаю, обманули меня, что ли? Что рука атаковать начнет. Так. Рисунок башни, часовой башни. Бла-бла-бла, что-то я видел на карте про часовую башню. Так, как я могу переключить на первый этаж, чтобы туда не спускаюсь? Или не могу? Так, интересно. А, да, могу. Крыша, здесь еще крыша. Так, да, вон. В том месте, в которое я не люблю ходить, есть часовая башня. Ну а к пианино там не идти сейчас или сразу туда? Так, учитывая, что был спойлер, что пианино откроется, я думаю, сходить туда все-таки стоит. Мало ли, возвращаться придется. Тут всегда вот это не нравилось, ловят, и сколько хп отнимают, просто поймали. Пианино. Со второй части, вот загадки, да, во второй части там просто были интереснейшие загадки. И в третьей там стихотворение, особенно в конце игры, там, с одной стороны, можно было с ума сойти, куча монстров, ты бегаешь везде, пытаешься загадку еще одновременно решить, но это вот действительно то, что, на мой взгляд, в играх очень... Так я туда вообще пришел-то или нет? Что в играх очень интересно, не стрельба, а именно думать, ходить. Так. Я все комнаты обошел. Вопрос. Может, я в комнате с вопросом что-то не сделал? Не зря же там вопрос все-таки написан. Или может там было написано no playing. Логика и японцы вещь взаимоисключающие. По-моему, наоборот абсолютно. Так. Намекнуть, да если не вообще абсолютно не подсказывает только. Печально, все холдринки кончились, три аптечки осталось. Так, может, что-то стучит, написано не бегать и не играться, то и раз не бегать не помогает, надо как-то поиграться.
не в школе проблема. То есть я что-то забыл, что ли, сделать до того, как в школу пришел. Вот это на самом деле действительно что дергается. Да вот, что-то стучит здесь. И говорит мне, чтобы я не бегал и не игрался. А я хочу побегать и поиграться, а ему все равно. Nothing useful. Что мне это найти здесь? Ладно, короче, я побегу к этой башне тогда. Не зря же я медальон-то получил. Медальон. С этой изображением той башни. Там ящик дергается. Кстати, да, может надо кого-то выпустить, Биг Бен. Часовая башня, но я слышу, что я правильно хотел. А нет, вот он все. Коты. Коты. Печалька. Так, ну что, попробовать теперь? Нет, там ничего не было, просто коты. Вот этого кота. Даже сейчас страшно было. Довольно-таки. Да не, даже не потом не столько страшно, сколько... Вот зря я, по-моему, столько жизней теряю просто на вот этих оборзевших тварях. Жалко кота было просто. Не, кота я выпустил, не знаю зачем, ни на что это не повлияло, и, короче, побежал к этой башне. Все равно уже. Ай, надеюсь, сейчас эти монстры меня опять не поймают. Самые надоедливые вообще монстры в серии. Просто потому, что если поймали, уже жизни теряешь наверняка. Кстати, можно попробовать на крышу сходить. Что-то не особо хочется. Так, а это что за подвал? Нельзя туда. Так, ну сейчас тогда побегу туда, к этой жизни, надеюсь. Нормально, это я помню, что там. Ай. Сколько я уже потратил, а сейчас закончится. Особенно не хотелось, конечно, использовать читерские автосейвы, точнее, рандомные сейвы в этом аккумуляторе, но такое ощущение, что сейчас уже придется. На 10 часах, а у меня записано. Звук и песни, нет. Лаборатория алхимии 10.00. Да, лаборатория. Лаборатория алхимии. Интересно, это как-то связано или это просто рандомная надпись? Так, не скринеров, весь кайф от просмотра обломаешь чем? Чем, автосейвами что ли? Ну я не собираюсь этого делать на данный момент точно, и сохраняться мне еще. Я просто имею в виду, что если я на каком-то моменте застряну и мне придется 15 раз его перепроходить, я думаю, все-таки лучше будет засейвиться, чем полтора часа стрима тратить, просто чтобы на какой-то момент пройти. Ну, я так думаю, если, в принципе, кому-то это не нравится. А я что-то... Нельзя, что ли, его здесь использовать? О, руки, кстати. Или это стрелки, так, вроде стрелки не hands. Hands. Руки остановились на 10 часах. 10 часов это у нас лаборатория алхимии. Нельзя использовать здесь. Hands стрелки часов, да, я что-то понял. Так. Там две дырки. А, в дырку. Я всую-то их не в дырку.
Сейчас я попробую побегать от этих, а то они меня поймают сейчас. Вот единственное, что в этом дворе удобно, что они... А, дырка, тут дырка. Я этот, как его, судицу в дверь сувал. А, так я все понял. Я уже обрадовался, что, короче, сюда я зайду, не этот, как его... Что я сюда зайду с этим медальоном, а оказывается... Второй-то, скорее всего, в пианине лежит. Что, я понял, вот это я в дверь сувал. Противное создание. Ну, я так понимаю, 99%, что второй лежит в пианине. Второй я понял, где, да. Надеюсь, я сейчас приду туда, и там все будет открыто, и... Останется только догадаться, какой, с каким цветом какая птица... Так-с. Коридор донизу. Ноты не угадаешь. Там еще надо будет ноты. Надеюсь, они только в школе будут, вот эти надоедливые твари. Так. Тут, честно говоря, они уже достали, сколько я потратил на них. Уже желтый, только что ел аптечку. Так, о, заработала кровь на некоторых ключах. Чек, чек, конечно, чек. Так. До, ре, ми, фа, соль. Нравится мне этот звук, в самом деле. Да, я сейчас прочитаю, мне просто интересно. Да. Стих я уже читал, кстати. Название птицы я примерно помню, даже записал себе. Птицы там были. Пеликан. Чё на... Она... Пеликан вроде как чайка, да? Да, да, вот чайка, да? Чайка. Чайка, ворон и... Цапля, что ли? Или как ее там, сван? Не цапля. Так. Кроу. Кроу, а этот какого? Кроу ястреб, что ли? Лебедь, дов, голубь. Жесть. Я тогда сразу запишу голубь. Лебедь, лебедь, сван, это лебедь, да? Кроу, ворон. Кроу, ворон. А кто-то Рейвен, Рейвен, ворон. Рак и щука. Так, голубь это сван. Сван. Лебедь. Точнее, лебедь это сван. Грай Шопена. Дов голубь. Голубь. Лебедь. Это сван. Рейвен ворон, крон ворона. А чем они отличаются-то, я не знаю. Напишу ворона и ворон. Ворон, ворона, рак и щука. Так. Пеликан. Ворона. Дав, голубь. Ворона, ворон, лебедь. Пеликан. Голубь. Ворон. Лебедь. Ворона. Ворона, все. Грач. Грач. Так, ну что я что должен? Пеликан пиликает. Так, это не пеликан. Это не пеликан. Не пеликан. Не пеликан. О. Еще и черные есть. Офигеть.
Так я, вот, насколько я понял, звуки-то тут ни на что не влияют. Я просто должен по стежку найти правильную... Негров не ущемляй. Я вот не знаю, почему всем всегда кажется, что я ущемляю негров. На стриме мафии полстрима говорили о том, что я расист. Хотя ни разу, но я один раз убил невинного негра, ну и все. Я в 7 классе разгадал, да я разгадаю, просто отвлекаюсь на самом деле на чат, я очень много, если я сейчас вот сяду и начну думать, записывать, то я разгадаю. Помню эту загадку. Долго мучился. Так, значит, сначала полетел пеликан. Все-таки надо было... Я убил негра. В игре, в мафии. Не в жизни, разумеется. В жизни я нормально отношусь ко всем людям. Сначала надо было все-таки, конечно, русскую версию этого переводить. Но ревард — это награда, это я точно знаю. Яйца, значит, Игорь может за яйца награды. Пока крылья что-то делали. А вообще, вот кто бы разгадывал эту загадку, жаждущий, кто бы проходил Silent Hill 1, вообще реально вот не особо понимаю вот это, то, что здесь написано, реально разгадать ее. И не пользуюсь подсказками чата. Так, тихий голубь летел за пеликаном как долго. Вот это вот понятно. Тихий голубь летел за пеликаном как далеко, как смог. Тихий. А, значит, тихий, а Игорь — это жаждущий. Уж надо как-то, как здесь написано, чередовать тихий и не... Сейчас буду разгадывать. Ну, это не повод прям сейчас писать все. Я, конечно, понимаю, что это стрим, сейчас многие тут уснут на этом моменте, но я думаю, все-таки я должен пройти это сам. Реально трудко. Ну, хотя бы похожая была в Resident Evil. Нереально. Затем пришел молчаливый голубь, летя дальше пеликана. Вот это я понял. Ловлю кайф. Так. Ну, в принципе, если вот так вот, в принципе, сначала полетел... Какой там голубь-то был? Пеликан, точнее, жаждущий, что ли? Жаждущий пеликан. А нет, Игорь жаждущий. Гриди-то какой? Google. Придется... Ой, блин, не получится. Косел заряд. Google. Ты по цвету птиц. По цвету. Чем мне поможет этот цвет? Черный-белый. А, точно, точняк. Вот это я, по-моему, что-то начал догонять. Черный-белый, что ли, надо нажимать? Черный. Да я сейчас сам переведу, у меня Google сейчас откроется. Google. Еще. Так, а тут транслейтер. Транслейтер нету. А, вот есть, все нормально. Наконец-то это про то, что я догадался, что надо черный с белым. Кровь страшно, пойду спать. Играть было страшно. Во многом, кстати, да, я помню, много крови. Сложно. В детстве это сложно было для меня пройти эту игру. Так, значит, что там? Пеликан. Пеликан, по-моему, белый. Голубь. Голубь. Ну, синий, допустим, черный там. Бывают там всякие белые. Нет, стоп, есть же белые голуби. Какой-то это голубь еще не черный и не белый. Впереди все.
Да, в принципе, так-то у меня какие-то познания в английском есть. Просто вот слова надо определенные переводить. Кто-нибудь, напишите в чат, голуби они синие или белые? В основном имеется в виду. Я думаю, здесь все-таки основной голубь. Про него спрашиваются, они какие-то там непонятные голуби. Оператор может взимать плату за Google Translator. Всем с ума сошли, что ли? Голубь белый. А синие... Так чаще же встречаются, наоборот, синие. Постоянно синих вижу. Учитывая, что здесь синего нету, допустим, белый. О, перевод стишка. Вот это, кстати, отлично. Обойдемся без Гугла, это хорошо. Сказание о безголосых птицах первым летел жадный пеликан, награды жаждущий, белыми крыльями хлопая. Второй молчаливый голубь от пеликана как можно дальше. Ворон летит выше голубя, хвастаясь тем, что он может так. Лебедь спускается с неба в поисках тихого места рядом с еще одной. Короче, я все понял. Кто там 13 лет разгадывал? Надо высокие ноты чередовать с невысокими, с низкими, и просто по цвету распределять. Все вообще просто оказалось. Бинго. Так, ну все, тут у меня в чате есть стих, так что не это. Не надо никуда это. Все-таки читерство получается. Ненормальное прохождение. Сейчас кто-то скример запилит и будет плохо. В смысле скример. Так, первым там был кто? Жадный пеликан. Пеликан белый. Да? Пеликан. Сейчас неправильно сделать все равно. Так. Все-таки надо этот он еще пролистался. Вспомнить. Пеликан. Так, пеликан, если... Голубь белый, значит пеликан черный или не? Я не могу дать бан. Ну, кстати, я вот все равно вот эти цифры, я как увидел, что написали, я не стал читать. И все равно в любом случае сейчас буду сам разгадывать. И не особо я пытался даже эти цифры заметить. Точнее, пытался не заметить, даже так скажу. Ну, кстати, за спойлер. Учитывая, что я просил не один раз, если помог бы бандать. Так, первым летел жадный пеликан, награды жаждущий. Первым летел жадный пеликан, награды жаждущий. Пеликан, пеликан. А как определить, высокое это или низкое? Так, ну два белых, высокое и низкое. Низкое это значит наоборот. И потом что у нас? Ворон, выше голубя. Хвастаюсь, ворон черный. Значит, вот эту нажму. Дальше. Ворон выше голубя. Лебедь спускается. Лебедь белый, это точно. Спускается с неба. Спускается, значит, низкая. Птицы безголосые. Безголосые. А, все, я понял. Вот сейчас я точно понял. На 100%. Птицы безголосые, значит, вот этот голос, это безголосый.
Значит, надо запомнить. Два — это птицы. Это не птица, не птица, птица, не птица. Так, а здесь птица, не птица, не птица, не птица, птица. Их пять вроде, да? Первым летел жадный пеликан. Пеликан. Сейчас я... Пеликан, ты что-то до сих пор не понял. Пеликаны, они какие? Белые или черные? Google.ru. Я не читерю, я просто хочу узнать, как пеликаны выглядят. Пеликан. Пеликан белый с черненькими этими. Но я думаю, все-таки белый. Пеликан белыми крыльями машет. Белый, белый пеликан. Значит, вот этот. Потом кто у нас там? Потом пошел вторым молчаливый голубь. Как можно дальше голубь. Голубь белый, допустим, ладно. Голубь белый. Ворон. Ворон летит выше. Ворон. А, так ворон, наверное, черный, ворона белая. Это надо сейчас узнать. Ворон. Ворон точно черный. А ворона. Ну и ворона. Ворона черно-белая. Я думаю, все-таки больше черная. Значит, дальше идет ворон. Ворон это вот этот. Ворон вот этот. Потом идет лебедь белый. Вот этот. Потом и под... Рядом... И под конец ворона быстро садится. Ворона. Ой. Фейл. Но я помню, что вот так, вот так, вот так. Сейчас было. Так. И что, ничего не открылось? Уже неправильно. То есть ничего, не с той стороны надо начинать. Сейчас я еще раз проверю цвета. Так, первым был пеликан белый, вторым голубь белый, потом ворон черный, потом белый и потом опять черный, белый, белый, черный, белый, черный. Значит, белый, белый. Белый, белый, черный, белый, черный. А, тут надо что ли еще не только не по цвету и не по всему. Цвет, а, порядок, все, я понял, надо еще кто дальше всех летит. Понять. Да. Вот сейчас таких игр не выйдет никогда. Просто потому, что люди не станут, современные люди, которые играют, которые фанатеют с Call of Duty, не станут по 30 минут сидеть и решать загадку. Это по 30 минут еще с помощью чата, а если просто сидишь, играешь, то, значит, надо еще по дальности расформировать. Но я просто тогда по цвету и по дальности. Белый, белый. Черный, белый, черный. Значит, первым летел жадный пеликан. Это он был первый, значит, он самый. Так, стоп, он самый первый или не самый первый? Вторым. Как можно дальше? Как можно дальше, это позади. Значит, первый, самый первый летел пеликан. За ним летел, летел этот голубь. Значит, это уже второй. Значит, это уже второй. Ворон летит выше голубя. Хвастаясь, что он может так.
вторым. Лебедь спускается с неба. С неба в поисках тихого места. А, стоп, ворон сначала. Ворон летит выше голубя. Ну, раз он летит выше, значит, он и этот, как его, и... Значит, голубь теперь третий, ворон второй. Потом кто там идет? Там идет голубь, который... Что теперь делать-то? У меня чат пролистался, так что я теперь подсказок не это. Точнее, не подсказок, а перевода я не вижу. Если кто там... Кто скидывал? Silent Hill уже проходили на ГГ. Ну, я думаю, это не особая проблема на самом деле. Один белое, два белое, три черное, бело-черное. Ну, я так уже и догадался еще до этого. Это нормально, а вот... Порядок. А, стоп, порядок, тут чуть-чуть порядок-то надо. Порядок. Белый, белый. Все, спасибо за то, что заново перевод скинули. Так. А я вот что-то я вот я не пойму, зачем их рассортировывать по тому, как они летели. Ведь все равно надо просто белый, белый, черный и так далее нажимать. Попробую еще раз белый. Ой, белый. Белый. Черный. Белый. Черный. А, все, я помню, надо все-таки по порядку их сделать, чтобы они не так шли. Голубь спускается. Ворон летит выше голубя. А лебедь спускается с неба в поисках тихого места. Рядом с еще одной птицей. Я понял, что это все. Я сейчас точно понял, зачем этот порядок. В стиху написано их расположение. Да я вот понял. Только я вот не могу понять их расположение, потому что один летит дальше, другой ниже, третий выше, а четвертый вообще садится. Кто тогда кого дальше? Ну, если мыслить просто логически, то по-любому первый пеликан, потому что он самый первый. А значит, пока третий голубь, потому что он точно дальше. Точно дальше битого. Короче, вот, по-моему, так правильно. Белый. Один. Черный 2. Черный 2, значит, белый 3. Потом черный. Если голубь летит дальше, последняя клавиша. Все. То есть это никто, это не надо по порядку, это кто кого, кто на этих клавишах как расположен, рассказано. Давайте попробуем, посмотреть. Не, ну этот пеликан по-любому самый первый, награды жаждущий, это в любом случае первый. Потом, кто там потом-то, вторым, молчаливый, летящий, как можно дальше.
Я вот просто вот не очень этот, перевод. Это точно вот именно перевод, по которому все вообще, кто английский не понимает, разгадывали. Просто потому что Beyond, насколько я понимаю, позади же, не дальше. Ну, значит, если он дальше, то самый правый как можно. А первый. Первый пеликан, значит, пеликан первый, а второй пятый. Летящий ворон летит выше голубя, выше, хвастаясь. Ну, если выше, я так понимаю, это намек на черную клавишу все-таки, то есть. То есть надо понять еще. Все, я, в принципе, так. Значит, сначала вот этот, потом вот этот, потом выше голубь, вот он спускаюсь вниз, и потом. Ура! Это. Не того не может быть. Вот для чего, спрашивают некоторые, такие загадки сложные и неинтересны кому-то, можно. Ради вот этого вот ощущения, что ты ее решил. Допер же. Я просто допер, ну. Разные варианты перебирал. Сначала я думал, что они летят. Если один дальше, другой ближе, значит тот, кто дальше, надо просто сопоставить, кто по номерам, короче, их. А оказалось, что выше и ниже это по клавишам. Решил, да, наконец-то. О, не поймал меня. Ну, почему там тропфой, спейспаун и так далее? Хоть, конечно, я и решал с помощью чата, конечно, да, не совсем явный, но все равно с помощью. Но решил-то я довольно быстро, считай, 30 минут максимум провозился. Не фейспаун это. Нормально все. Так, мне сейчас во дворик идти, вставлять второй медальон. Так что, ну, подсказок слишком много, да, я согласен. Но все равно. Не абсолютно явно было все. Скатал. Откуда? Я кроме того, чтобы смотреть в чат и в Google на то, как выглядит пеликан. И ворон с вороной, я ниоткуда ничего не скатывал. Конечно, разработчики жесть додумались до таких загадок. Сложен. Это сейчас легко окажется. Подумаешь, зашел в Google, посмотрел, как выглядит ворона там, или ворон, или кто там еще должен быть. А люди, которые в 98-м это проходили. О том, как они проходили это. Допустим, просто не зная, без интернета, без Google, не зная, как выглядит пеликан, допустим. Или кто там еще был. Голый, ладно, белый, допустим, понятно. Чем ворона от ворона отличается, допустим, кто знал. В 98-м не было подсказок. А почему она закрыта? Я же ставил. Все знали, как выглядит пеликан. Ну, с этим еще можно поспорить. Так, 5-0. А теперь тебя ждут приключения. Для Леона я точно ставил. Почему закрыто? 5-0-0 это у нас что? 5-0-0 сейчас посмотрим. Записано уже все. 5-0-0. Тьма готовит что-то там. Матом прочему что-то было в 5.00. Не, ну мне сейчас неохота обратно идти, меня зажали. Так.
букваре «Пеликан Холл». Блин, я про это и говорю, что надо было журналы какие-то найти. Но я не говорю, что там все прям не знали. Я сейчас, конечно, тупил сильно. Забыл, как выглядят ноги птицы, но... Если кто-то не знал, приходилось бы... искать журналы, газеты, буквари, словари, тетрадки там всякие и так далее. Все, что могло бы подсказать. Так. Карта. Так, стрелки на 5 остановились. 5 это значит тьма. Карта изменилась. Ну, промахая белыми крыльями, это серьезный мой фейл, на самом-то деле. Это я знаю, что это там было написано. Но про остальных же там не написано же, кто как выглядит. Так. Карта изменилась. Фламинго. Чуть не особо она изменилась, на самом деле. Крыша, второй этаж. Второй этаж, крыша. Изменилась карта. Да не, не изменилось ничего, пойду поищу что-нибудь еще. Так. Что-то я, кстати, не замечал, что здесь этот подвал есть. Но лестница ведет только наверх. Наверх. Это значит, что... А, нет, вот, можно даун. Карта изменилась. Значит... Нет, дверь закрыта на вниз. И пройти туда я... Может, я могу пройти туда как-то с другого этажа. Да, я могу пойти на ту лестницу, если я поднимусь на второй этаж. Все, я, короче, побежал. Второй этаж. Только я на самом деле не особо понимаю, нужно ли мне действительно идти в подвал сейчас. Но я так понимаю, то, что карта изменилась, это то, что появился на ней подвал. Другого я тут никаких изменений не вижу абсолютно. Зажался в стенки, нет. А если подвал мне не нужен? Я мимо них опять пошел. О, а нет, все правильно. Я уже испугался, что я... еще и неправильно пришел. На крышу сходить, а в подвал мне не надо. Я попробую в подвал, что я зря что ли так обходил их. Значит, раз подвал появился, значит, что-то там есть. Логично, я просто вот одного не знаю, появился он или был. Жизни прочек, и вот сюда надо проверить по-любому. Тут две комнаты и монстр. Ой, вот это надо по-любому. Одна аптечка. Так.
Че, он из трех патронов умирает всего лишь? Че, еще кто-то остался или я того не добил? Вот это вот я никогда не могу понять. Нет, еще кто-то по-любому. То есть, если не косить, всего три патрона оказывается. Или он хэдшоты такие делает? Свет, смысл подвала. Там тьма что-то была. Ну, по крайней мере, если так 5.00 оценивать, то вначале на записках было написано тьма. А что-то я не очень понял на самом деле. А, ну конечно же. Я тупанул вот. Опять. Этих монстров зря убивал. Потому что я не в подвал прошел, а на первый этаж. Так. Do you want press the switch? I want. А чё он не это? The boiler working. А эти там не повертеть? Don't know what is it for, but I leave it alone. Окей, бро. Здесь ничего нет. А, сначала часы писали 12 или... Нет, 10, в лаборатории алхимии. Я так понимаю, часы мне намекали, что мне надо пойти взять растворитель и пойти растворить руку. Потом они, скорее всего, я просто не посмотрел, намекали 12, чтобы я на пианино сходил. А теперь они намекают на 5. Все понятно, если обратно туда бежать, надо, короче, идти открытую эту башню часовая. Как генератор не включишь, Биг Бен закрыт навеки. Но я включил же его, по идее. Все нормально, не бежать обратно. Так. Опять через весь коридор, что ли, пилить? А, я, кстати, так... А, я же мог эти двери открыть с этой стороны. Тогда еще, когда проходил здесь. И не париться столько много, вот я тупил. Три раза, сколько я жизни потратил мимо одних и тех же монстров оббегал. Хотя мог просто заранее открыть эту дверь, когда я был здесь. Я же здесь был. Вон, значок показан, что я в классную комнату входил. Пианино прошли уже, да, жесть. И, как все говорили, я с ума сойду на этом. И сошел бы, на самом деле, просто многовато подсказок в чате было. То есть я еще до того, как туда пришел, уже ждал... ждал, что он меня ждет. Точнее, ожидал. Одна аптечка и... А, нет, зеленый, все нормально. О. Ну, давай же. Да. Я полтора часа открывал этот люк. В третий раз уже как это повторяю, но... Где еще в современных играх такое встретишь? Я помню, в Dead Space я начало проходил там. Я, конечно, сейчас опять кто-то, например, подключился, не слышал, что я говорил до этого про Dead Space. Так что не думайте, что я сравниваю вообще Dead Space и Silent Hill. Просто говорю, что там были моменты, где надо что-то решить, чтобы куда-то пройти, но там это занимало 5 минут. А здесь больше часа, чтобы просто зайти в часовую башню. Параллельная школа. Параллельная? I don't have the map. Мне бы сейчас сохранялку найти, а то я уже что-то без жизни и жизни вышифровательно найти. Глава 3. А вообще, без там спойлеров, названий и глав, вообще длинный Silent Hill 1. С...
не слишком ли кучу времени я буду его проходить с такими темпами? Не очень. Ну, какой процент игры-то? В принципе, я сейчас прошел. Ну, просто вот не стоит писать, что мне прям открыто делать. Конечно, в таких моментах не особо на что-то влияет, но... Просто зря говорите мне сразу, что мне надо сделать так называемую параллельную школу. Я назад... А, вернись назад, это вы имели в виду, что я пришел оттуда, откуда я... Я что, вот отсюда, что ли, я спустился, что ли? А, все, туда, сори. Я зря сказал про то, что это спойлер, просто... Да-да-да, вот эти двери, часовой башни, все, я понял, отсюда я пришел, даже мне надо туда лезть. Это мой фейл. Так сколько примерно в процентах я уже прошел? Новое место. Ну вот. Надеюсь, там не сразу. Туалет, путь. Where am I? 10, 25, 30. Ну 30 это Strong Face, 25, 10. Have I been here before? 10 что-то больше верит. А, если еще 5 глав, то это, скорее всего, не 10. Потому что это третья. Hmm. I don't remember this being here before. Как он don't remember, если он только что здесь был? Я так понимаю, альтернатива, значит, очень опасно. Мне сейчас будут всякие эти карлики со всех сторон зажимать. Так. Хоть карту дали. Другая школа. До моста. Судя по тому, что сравнивают с ним. Я так понимаю, меня ждет что-то... Что-то нереальное просто. Альтернатива — это без евроремонта. Надеюсь, тут не будет в альтернативе в 100-500 больше раз монстров, то у меня одна аптечка. И 100 раз кручу, чтобы они не зажимали. И, ну, в принципе, я думаю... Я сейчас ищу сейф. И, наверное, на сегодня постепенно закругляюсь. Ну, я думаю, на неделе немало буду стримить. Наверное, попробую каждый день Silent Hill. Так что постараюсь за неделю пройти. Это точно закрыто. Опять мне код зажали, как я и говорил, карлики эти. Если я сейчас умру, где я хотя бы начну. А, так, это единственное, кстати, куда я мог. И они на по логике разглядываются. И когда я понял, как, думал, Соньку в окно выкину. Да, я вот, честно, я представляю, каково это было в те годы, в те времена. Без подсказок. Хотя бы уже аптечка-то прибавилась. Мне бы health drink, а то я желтый, а не красный. Сохранялки вообще в альтернативе бывают, надеюсь.
точно единственное место, куда я мог прийти, потому что здесь закрыто. Обратно в часовую башню мне точно не надо. Так. Чё, я так понимаю, вентилятор меня засосёт, если я слишком подойду. Засосёт, значит, а что я могу сделать? Я ничего не могу сделать с этим. И назад я тоже идти не хочу. Еще две двери есть? Какие-то две двери еще. Тут нет двух дверей. А, есть еще две двери. Вот это я тупанул. Но это самое подсознательное желание не идти обратно в холл, потому что там эти два зажимала. Так, да даже я сейчас рад, хоть я с подсказками проходил эту загадку. Даже я сейчас офигенно рад был ее пройти. Так. Ой, что это такое? А я думаю, я это крышкой убью. Ух, сколько они жизни отнимают-то. Я думал, это какие-то таракашки, вообще букашки, пофиг на них. Оказалось, не пофиг. Так, где второй-то? Их еще сложнее, чем тех зажимал убить. Ты, наверное, просто я прошел пенсию. Так, ну хоть жизни зеленые остались, хоть еще нормально все. Так, ну раз тут были тараканы, значит. А, так я все понял, здесь я. А я кладовку пропустил. Ну я, наверное, возвращаться не буду. Напишите вообще, кто помнит, там играл. То, что я там кладовку пропустил, это только ничего важного, точно. Так, ну а сюда я пришел, чтобы выйти с другой стороны, все понятно. На самом деле, меня сейчас больше интересует одно сохранение. Бывают в альтернативе? Насколько я помню, в третьей и второй были, вроде бы. Что уже не помню, должны быть же. Чего, без сохранения проходить, что ли, как на Денди? Куча непонятных таких конвертов, что ли? Picture card. Я так понимаю, это класс, да. Что-то он очень изменился. Их тут три! Офигеть! Похоже, это сейчас близится к моей смерти на самом деле. Интересно, где я начну? Там, где я в последний раз сохранялся? Если это будет так, это будет мега тролл. L2 button. О, вот это. А почему вот этого нельзя было написать? Вот насчет того, что в современных играх есть чего здесь нету, вот это вот. Вот это вот надпись. Чего за кран стримит? Просто в первый раз прохожу Silent Hill. Я думаю, все, кто в первый раз проходили Silent Hill, меня сейчас понимают, но на самом деле я в первый раз умер сейчас. Хоть я очень много тупил и очень много аптечек на пустом месте тратил, но вот так вот на троих умереть за раз, это в первый раз. Насчет
того, что если сейчас не этот, как он, загрузится там, где я сохранился, то в любом случае стрим я сегодня, скорее всего, заканчиваю. Я так понимаю, умер на ровном месте, да, я знаю. Учитывая то, что жизни надо пополнять это самому, и учитывая, что когда ты дерешься с тремя карликами, есть огромное напряжение, все только осуждать могут. Да, в принципе, не особо насчет этого парюсь, но просто, опять же, кто проходил в Silent Hill, кто помнит свое первое прохождение, абсолютно все поймут. А насчет того, атмосфера пугает, да. Насчет того, хотел спросить, то, что вот сейчас я нажал continue, это сохранилось окончательно? То есть, если сейчас выключу игру, я завтра на стриме смогу продолжить отсюда же прям, да? Прошу ответить, и в принципе, я думаю, на сегодня стрим заканчиваю, и спасибо всем, кто смотрел, кому понравилось, ставьте плюсики, у кого есть предложения по поводу качества, комментирования и всего остального, то прошу в тему на форуме по поводу моих стримов, отписывайтесь по поводу всего, также можно в комментариях. Я думаю, я сохранюсь в эмуляторе, но не потому что я хочу читерить, в любом случае сохранение в игре на этом же самом месте, я сохранюсь в эмуляторе, я не могу сохраниться в эмуляторе. Так. За эмулятор. Не про эмулятор вопрос, а про то, что в игре. Ну, в любом случае, стрим я на сегодня заканчиваю. Всем, кому понравилось, кто меня смотрел, спасибо. Пока.